Хасеньки, Зерой Румский, и сегодня мы будем смотреть «Пять невест» за Quintin Sechel Quintuplets, Готобу но Ханайоме, как на всех языках называется, он произнес. И это спецвыпуск. Special, или можно даже сказать, не знаю, ова. Напишите вообще в комментариях, в чем отличие special от ова. Я долго читал, не знаю, это, по-моему, ова типа куда-то сразу на показ выпускается, special, что там такое. Короче, не буду долго это втягиваться, разбираться. Напишите лучше вы, если вы хорошо в этом разбираетесь. В общем, этот спецвыпуск выходил, по-моему, еще 2 сентября на экранах Японии. Так вообще показывался с кинотеатра вроде с 14 июля, что-то такое. А у нас, я заметил, короче, проверял, там что-то просто интересовался, потому что это одно из самых моих любимых аниме в жанре романтики. По-моему, когда-то в своих видео говорил. В общем, где-то в начале сентября проверял, и вот... Случайно чисто наткнулся, вижу, что она уже вышла, уже даже озвучили там. Не только субтитры, это правда еще не какая-нибудь Анилибрия, Анидап, вот эти все известные там студии, анимедиа. Там, на украинском, может, что-то. Пока это еще не вышло, ничего. Видимо, я вышла только на английском, там с переводом, субтитрами. Ну, и вот такая вот фановая какая-то вот. Минфан, что-то такое, манипулятор, фума, да? Ну, в общем, минфан вроде нормальная самая. Будем смотреть, там довольно многоголосное. Короче, что могу сказать? Я прям в восторге, я не представляю. Это, короче, это как бы не продолжение сюжета, не какой-нибудь там третий сезон или там дополнительный еще фильм. Это одна из частей, их всего два. Вторая, насколько я знаю, она уже даже вышла вот здесь, вот в плеере. Хотя тут не отображается, не знаю почему. Я смотрел, в общем, на другим сайтом, там уже вроде вышло сегодня, пока я тут трындел, готовился к записи видео, так сказать. И да, вот да, вы можете и так же, не сказал сразу, это же Нино! Также здесь написано, как вам показать, надеюсь, будет видно, Готобу на Ханайоме! Да, это типа как мерч, но не совсем, это заказало с Алиэкспрессом. Ставьте лайк, если вам это понравилось. Довольно-таки прикольно, хотя принт сам не очень-то и качественный, но зато очень забавно выглядит и прям в тему как раз сейчас. Это аниме от студии вроде Shaft. Вообще изначально сейчас вам почитаю там интересные факты перед началом. Это крайне интересная тема. Вот. Что пишут нам на сайте вот инсайдом. Вот такие, кстати, вы можете видеть арты. Просто... Невероятно. Вот это, кстати, первый я вообще не видел ранее. Вот, 2-9 сентября. Короче, уже в Японии, я так понимаю, что он вышел. Вторая часть этого спецвыпуска. Вообще странно, почему не сделали, типа, как еще одним фильмом там, или просто, типа, как ой. Может, это и есть спешл, типа, спецвыпуск, поэтому это так разделено. Может, в этом отличие между ой, не знаю. Короче, вот. Студия Shaft, известная своей необычной стилистикой в аниме. А первый сезон у нас сделал студия Tezuka Production, а второй сезон и заключительный фильм Biburi Animation Studio. Вот такие вот интересные факты. По-моему, первый сезон вышел еще в 2019 году. Второй там с 21 по 22 вроде выходил. Да, вы, конечно, смотрели. Я вообще начал смотреть это в 2020 году. Потом узнал, что выходит продолжение, так мне начало интересоваться, так я вообще вот крайне... Захупывся цим аниме. Заинтересовался, да. В общем, ладно, давайте смотреть. Уже прям уже в предвкушении, уже не знаю. Потом еще покажу вам интересные какие-нибудь фактики. Погнали! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за это. И за мерч, типа как. Так, у нас рейтинг 16+. Я надеюсь, эта надпись пропадет, потому что она занимает пол экрана. Также, сорян, если буду так вот переключать громкость. А можно регулировать громкость. Школьная поездка закончилась, и нам осталось полгода жить в роли старшеклассников. Придется много учиться ради хорошей сдачи экзаменов. Но посмотрите, поменялось. Выпуститься с улыбкой на лице. Поменялось, у нас немного рисовочка стала более качественная, хотя... Отпуск, так что вы, блядь, не раздражает, что это вверху. Что? Что меняется громкость. Ничего удивительного. Я просто тут стоит на кнопке тебе переключения между экранами. К выпускным поэтому. Экзаменам. Лысуги! Ты бы хоть навещал нас. Или хочешь сходить вместе с нами на пляж? Посмотришь на купальники своих одноклассниц? Ичика! Да, и аниме будет про то, что они там пойдут куда-то в аквапарк или там что-то купаться. Если увидим. Будет время.
У Исуги, летние каникулы самые важные в жизни выпускника. Ну, ага. Да. Ты же справишься, Ицуки? На каникулах я могу увидеться с Футабу на подработке. Кого, блядь? Футару, а не Футабу, блядь. Вы неправильно перевели, алло, студия. Что это такое? Какого фига? На день рождения. Ого. Ух ты. Смотрите. Мне не хватило денег, чтобы сделать для каждой по одному. Мне с ними надо убрать эту мышку, чтобы не мешать. Такеда и Маэда. Ой, блядь. Извиняюсь. В этом альбоме я собрал все самые яркие моменты. Молодец, правда? Футаро. У нас столько всего случилось. Уисуги, ты все это время держал это от нас в секрете? Не надо было так скрываться. Мы бы с радостью дали тебе нас пофоткать. Но даже так. Конечно. На этих фотографиях. Они же все влюблены в него. Оу, я. Спасибо. Короче, я так понял, это вот это, видите, кадр. Эти события, это из где-то между четвертой серией. Я скучала. Ой-ой-ой-ой, так это я это пропущу, ребята, извиняюсь, что я это пропущу, потому что это опенинг. Но у меня просто авторские права забанят, короче, вы понимаете. Bandai Namco. Это вроде какая-то очень известная студия. Происшествие в летние каникулы, первая часть. Кстати, не обращайте внимания, что качество довольно-таки быльненькое, потому что я смотрел на других сайтах, там везде 720. Ни на одном нету Full HD. Я нашла эту книгу под твоим, к сожалению, матрасом. Ну, это... Чё за книга? Не думала, что ты будешь прятать именно такие книги. Руководство по свиданию. Нет. Мои друзья закинули ее ко мне, а надо было вырубить телеграм. Сорян. Братик, у тебя же нет друзей. Надо ответить. Да, семья Уисуги. Хорошо, я передам ему. Главная больница. Но я закрываю магазин. О, это ж его... Ох, правда? Работодатель, надеюсь, где он работал. Вы скоро по-моему, поправитесь. Пирожки делал там что-то или такое. Я думала, мы сможем встретиться с ним на каникулах. Надо что-то с этим делать. Вот как. Работали с монетами. Блин, надо отрубить, ребят, телеграм. Я крайне за это извиняюсь. Учение наших предков. Так, решил, короче, в общем, поменять плеер, чтобы вот эта надпись сверху не выпускала, и, короче, вырубил, да, телеграм, и я крайне за это извиняюсь, опять же. Ну, что ж поделать, тупо делать. Ладно, посмотрим дальше. Сейчас присмотрим там пару секунд до этого, чтобы половить, что там было. Учения наших предков поражают своей глубиной. Спасибо, что подождал. Нина, ты опоздала. Кстати, да, эти букеты подойдут для больницы. Что? Я же совсем немного опоздала. Почему ты такой непонятливый? Подождал бы на улице, если жарко. В твоей голове осталось хоть чуть-чуть мозгов. Руки полные цветов, стоишь как идиот. Что? А ну-ка. Да, да, ты тут весь потный. Это плеер получше. Отвратительно. Что? Что с тобой случилось? Цундере. Давай ты начнешь думать головой. Но. И пойдешь уже со мной в комнату менеджера. Лайк за Нину. Двигай ножками, Уисуги. Я считаю, что она лучшая из сестер. Здесь совсем немного. Возьмите. Спасибо. А, это не принесли это там. Я рад тебя видеть, Уисуги. Долго еще стоять там будешь? Зачем ты тогда приносил эти букеты? Вот цветы для вас. Неужели настоящие? Ты что, поссорился с ней? Нет. Не надо скрывать от меня. Вы неправильно поняли. Цветы дают свежий воздух, да? Пополняют кислородом. Это девчонка. Если я не могу ее подтолкнуть... А что с ним случилось? Чё он ногу сломал? Пить хочется. Уисуги, купи мне что-нибудь попить. Она тоже читала ту книгу? Блин, если я попросила воды, то точно не холодной. В точности следует советам из книги. Да шо ж ты такая злая, блин, такая. Ты не смог справиться даже с таким легким заданием. Серьезно, ты бесполезен. Бесполезный малый. Знаете, даже такое общение кого-то и заводит, но точно не Уисуги.
Не прикасайся. Что ж ты творишь? Схожу сама куплю. Блин. Чисто романтическая комедия. Не понимаешь, что случилось? Блин, ну кто из-за глаз, это топовое аниме? Ты сделал что-то, что ее обидело? Или наоборот, забыл сделать? Так и знал. А Исуги такой тупой, что он вообще не понимает в любви ничего. Она зла на тебя. Как я мог подумать, что происходит, блядь? Пытается получить, что за космос? Внимание? Как можно быть таким самонадеянным? Это его сознание, это его мысли. То, что он сейчас чувствует. Я не могу. Ёб твою мать. Таком думать. Что происходит? Пора нормально, что-то. Слушай внимательно. Ты должен слышать. Крик в ее сердце. Ага. Ну, Исуги этого никогда не поймет. Я переборщила! Сказала не прикасаться! Каждый раз, когда он касается меня, я вся дрожу! Что мне делать? А вдруг он меня возненавидит? Короче, я забыл, искал, не сказал, может, не до конца. Это событие где-то между 4-м серией 2-го сезона. Когда они, типа, съездили на поездку в Киото, что-то такое. Почему так тяжело? Это событие после этого. Даже до того, как он мне начал нравиться, я не говорила ему ничего плохого. А нет, было. Конечно, было. Так тяжело. Нина? Что? Папа? О-о-о! Ичика мне сказала... Что все девочки уже собираются домой. Большое спасибо за аренду и проживание. Однако с момента его постройки прошло 46 лет, и он находится в опасном положении. Продолжать управлять зданием стало сложно, поэтому мы планируем снести указанное здание и просим расторгнуть договор аренды. Я хочу купить эту комнату в первую очередь для вас. А как там отца? Используйте как хотите. Не думайте обо мне. Да. Великий поклонник этого аниме, я забыл, как зовут персонажа. Мне пора идти. Отец Накану. Как же там его зовут? А, ну у них же это, кстати, не родной отец, если вы не знали. Большой спойлер. А они там Мару Накану. Что у Исуги? Вот этот. Я иду домой. Поэтому хотел отдать тебе это. Или это... Подожди, ничего не понял. Сейчас. Хочешь подкупить меня цветами? Они не а, Мару, да. Мару Накану. Вот это их приемный, типа, отец. Вот этот, который был чувак. На годовщину ее смерти. Она же через месяц. А раз я больше не учусь, я решил, что лучше будет отдать чуть заранее. А вот это? Увидимся. Подожди. Бородатый чел Мудоу Накану. Он, типа, не их родной. Но он их бросил, типа... Не уходи так быстро. После смерти мамы ихней. Что? Печально, да. Ну, он сам, конечно, мама, полный лох, блядь, зачем бросать. И все остальные. Их прекрасных сестер. Разойдутся своими путями. Но все-таки. Че? Ты всегда будешь рядом. Конечно, он будет. Нина, ты... Ой, сейчас тихо, ой, сейчас нож свиняйся. Ты не ненавидишь меня? Ах, черт, какой ты глупый. Это бесполезно. Если я не могу подтолкнуть тебя, то начну тянуть. Как с тобой сложно. Кстати, вот этот создатель Неги Харуба. Блин, черт возьми. Он же дописал потом, да, еще после окончания аниме дополнительные главы. Так может этот сюжет базируется по этим дополнительным главам? Я, честно, что? Не помню. Ты испугался? Хотя, не, вряд ли. Может, что-то среднее взяли оттуда и оттуда. А щечки покрасили. Что-то какая-то тут более молоденькая. У тебя на лице все написано. Нет, я уже все более понял. Детская. Черт. Наверное, это меня легко прочитать. Буду стараться догнать его сама. Угу. Mm-hmm.
Девятое, десятое, что-то. А, это ты говорят, вон, видите, типа, судишь. Второй эпизод, видимо. Вот сегодня он выходил, пока ты на экранах. Телевизионных, блядь. Ооо! Так они сначала на пляж пошли сразу. Пляж! Еее! Пойду пока. Это саундтрек, блин, я альбом этот слушал, там саундтреками. До этого спецвыпуска вышел раньше, я его слушал. Разные. О, это... Тоже, по-моему, кадры в разных трейлерах были. Я подросла, когда стала учеником средней школы. Ага. Ребята, вы тоже пришли? Ого. Привет, Уисуги. Давно не виделись. Красавчик этот. Плохо. Любимый. Почему? Был там в школе, все его. Неважно. Нравились, такой вы классный чисто пришли? Парень. Не только мы. Несколько одноклассников тоже здесь. Я же тебе писал. Ой, я давно не читал сообщения. Блин. Что такое? Сейчас... Когда же они придут? О, это их... О, старый дом их не наш. Я бы съездила на пляж. У нас не было выбора. Мы уже договорились помочь с переездом. Футару поехал на пляж? Это все так странно выглядит. Сейчас хочу найти всех персонажей. Пять невест, как. Наверное, вот этих друзей зовут. Я Райха что-то привела забыл уже. Его туда. На удивление, Футара сильно заботится. Слушай, о своей такие, сестре. Блин. Это... Кико нарисовала. Навевает воспоминания. Ага. Это же было в прошлом году. Директору пришлось на время уехать из это города. Кто? И он попросил нас приглянуть за дочерью. А-а-а. Я сейчас прям офигел. Была спокойной девочкой. Этот мужчина был женат? Это совсем не важно. Я добьюсь того, чтобы на экзаменах вы не получили ни одной красной отметки. Эти трое да. пропускали занятия и постоянно куда-то сбегали. Хотя бы вы должны учиться. Эй, ты! Поиграй со мной! Чего? Блин, новый персонаж, прикольно. Хватит думать, что я ребенок. Прикольно. Куклы — это прошлый век. Сейчас популярно играть в дочки-матери. Что за ребенок? Ты будешь моим папой. Вот так вот, вот так вот. Тогда я твоей мамой. О. У нас нет матери. Мику всем любимый персонаж, да, Мику. Она переехала от нас к своему любовнику. Реалистично. Открываю. Блядь, не могу что-то найти, блядь. Как вот этих светловолосого чувака звали? А вы две сотрудницы. Что? Сотрудницы? Вы влюблены в моего папу. Что? А так и есть на самом деле. Такой? Кико, они... Президент, когда вы уже пригласите меня кто, на... Кто, блядь, Кику? Давайте сегодня. Только не говоришь, он Мику назвал Кику, вот этот чувак, который переводил. Пяю году мы нахаем, а чё? Мику становится все честнее и честнее. А, или ты маленькую зовут Кику? Я не проиграю в этой игре. Кику, ты не хочешь, чтобы да, я Кику, стала твоей новой зовут. Мамой? Это против правил. Я буду ее мамой. Как будто ты справишься. Так, вы двое. Ой, бля. Говорите, бля, за что прикольно вы любите сделали папу. Вот это. За что? За я что мангу читал, но я, блин, не помню это уже. Я так, знаете, так, может, даже пролистывал. То есть, ну, прям в подробности входил, потому что не очень вообще люблю мангу читать. Я даже не знаю. В нем есть много качеств, которые мне нравятся. Он умный и надежный, высокий и классный. Мой папа совсем не высокий. Ах, точно. Ты же о директоре. Кику, кто из нас лучше? Мне не нужна мама. Что? Почему? Я совсем не скучаю по ней. Из-за мамы у папы было много проблем. Я не а что ж у них всех проблемы с мамами? Не заставляй себя. Что ты делаешь? Прекрати! В таком возрасте любая девочка будет чувствовать себя одиноко без матери. Хватит притворяться взрослой и вести себя так эгоистично. Вот та самая сторона Уисуги.
Наверное, он даже не осознает этого. Блядь, что-то головой так смешно двигался, кажется. Его лучшее качество. Его теплое сердце растопило мое. Футаро, давай встречаться. Чего? Встречаться? О чем ты? Черт! Давай лучше женимся. Что? А, ну они ж в игру играют, да. За что? Не все, на самом деле, да, конечно. Чего? Это ж дочки матери, ага, блядь. Что? Что мне делать? Ладно. Теперь у тебя есть мама. Ты рада, Кику? Забудь, что мы играем в дочки матери. Что? Тупая. Я вернулась. Йоцуба! Что за милая девочка у нас дома? Нино! Что вы тут делаете? Ицуки! Что случилось? Играем в дочки матери. Я только что поженился на Мику. Реально, что происходит? Круто! Можно поиграть с вами? Да, Йоцуба сейчас всех разъяснили. Она даже про в этих играх, она лучшая, по-моему, в физкультуре. А вы похожи на бабушек. Вот, значит, как мы выглядим. Да. А теперь сможешь сказать? Больно. Я не слышу. Было близко. Пуля мимо пролетела. В этот раз тебе повезло. Но я серьезно. Скорее всего. Но было интересно. Рыбки он сзади плавают в аквариуме, прикольно. Анимировано. Когда мы поладим, бабушка. Вот так шестером. Я не хочу такого ребенка, как ты. Это не так уж плохо. Так, нашел, ребята, наконец-то, я все время искал. Вот Маэда, одного из друзей. Надеюсь, Скутара, у нее все хорошо. Недавно видела, волосы. Как они веселились с папой на съемке. Вот бы показать это Футару. А... Тогда так и сделаем. Что? Абонент а второго не могу найти, блин. Временно недоступен. Попробуйте перезвонить позже. Номер недоступен. Футару. Беспокоюсь за него. Он, наверное, сейчас скучает один. Ага. Лево, лево! Браво, браво! Говорите по одному. Получается, очень скучает он. Сестренка старосты класса, милашка. Будешь Якисобу? Хочу! А я откуда знаю? 60 HD. Это зум, это айфон, наверное. Прикольно сделали. Бля, прикольно сделали. Чисто реально современно так. Как шортс. У Ясуги мне еще больно. Я же и так. Вот этого, вот этого зовут Маэда. Ты все еще ноешь и называешь. А как же вот этого Световолорцева зовут? Зато всем сегодня было весело. А это, по-моему, Мацуи. Это вот это, по-моему, Мацуи. Тебе же тоже понравилось. Мацуи. Что? А как же зовут от этого Световолорца? Ты так думаешь? Да, по крайней мере, мне так показалось. Это не так? Сейчас найдем. Скоро мы будем запускать фейерверки. Пойдешь? Вспомнит, нет, блядь. Мне хочется домой. Райха тоже устала. Передай всем привет от меня. Это невероятно, что ты пытаешься поладить с одноклассниками. Правда? А раньше? Бесполезно. Ты стал словно другим. Не таким, как раньше. Ага. И из-за чего же? Думаю, понятно, кто на тебя так сильно влияет. Я пришел на пляж спустя столько лет, и было довольно весело проводить время с нашими одноклассниками. Но я чувствую, что мне чего-то не хватает. О, сейчас, по-моему, нашел. Юсуке Такэда. Вот как этого чувака звали. Все время я что-то искал, реально, ребят. Извиняюсь, если что такой надоедливый, но здесь, просто было интересно. Было бы еще веселее. Все, давайте дальше смотреть. Озвученный Мифан. Перевод. Это все! Я только хотел насладиться. Блин, получается. Сколько? 24. А что, подожди, а что дальше? А, это все эндинг? Ту-ту-ту, я услышал. Ой, ой-ой-ой, ага. Я эндинг слушал и тебе, судя. Райха-чан! Вы съезжаете? Эндинг и опенинг слушал.
Да. Прикольные новые кино. Во втором сезоне были, конечно, получше. Прости, что не рассказали. Самое топовое во втором сезоне. Повезло. Если бы мы туда пошли, то могло бы произойти все, что угодно. Ага. Хорошо, что все обошлось. Поссорились бы между собой, потому что не поделят бы. Не поделят Уисуги они. Привет. Это я. Уисуги? Ну, как бы. У меня есть для вас предложение. Если, конечно, вам это понравится. Если что, откажетесь. Может, сходим в бассейн? А следующая серия, походу, будет то, как они в аквапарке, да? Ты нас приглашаешь? Самое интересное будет. Она, кстати, уже вроде вышла, да? И на русском. Пятерняшки самые близкие сестры. Ой, зачем это звучу, если звучу? Это приложение невероятное. Наши лица, правда, меня. Я тоже хочу попробовать. Они такие яркие. Она глаз показала, Вику показала второй глаз. Вау! Что? Ваши лица не могут быть распознаны. Там на заднем плане играет этот опенинг, поэтому я хочу максимально его заглушить. Слава богу, это конец. Пони каньон. Там известная студия, которая издает очень много аниме. Бандай Намко. Ну что, вот такой вот получился у нас первый. Часть, первая серия этого спешла. Посмотрим, что будет во второй части, как они в аквапарке. Это же самое интересное. Я помню еще, когда вот опенинг показывали фильма, когда я смотрел. Ну, я, конечно, сам смотрел, но, блин, так было просто интересно. Я тогда еще особо не занимался такими снятиями реакций, подобными видео. Ну, то я сам смотрел, и там были сцены в аквапарке. Я думал, что уже в самом фильме покажут их. Но нет, нет, это вот сделали как отдельные сцены, отдельно не связанные с основным сюжетом, ни продолжением, ничего. Короче, давайте покажу, что я хотел еще вначале показать. Аниме-студия от Shaft. Может, кто-то из вас смотрел? Это будет, конечно, видно. Я думаю, что там особо не видно будет, блин, размыто, короче, спешл. Ну, я давайте вам прочитаю, что «Притворная любовь», вот это аниме, кстати, я смотрел. Да. Там, главный герой вроде тоже, ну, какая романтическая комедия, «Притворная любовь». Главный герой там влюблялся, короче, тоже в разных девушек. Боже, аниме. Я вижу тут много всяких гаремников. Можете сами посмотреть, короче, там. Если на сайте Шикимори там показывают разные. Короче, а другие аниме от этой студии я вообще не смотрел. Ну, рисовка, я хочу сказать, это что-то среднее между вторым сезоном, фильмом и, ну, короче, первым, вообще всеми сезонами. Ну, она вроде стала, да, еще более лучше, еще более качественнее, еще более там контрастнее, еще более цветное, все такое приятное. Ну, точно не стало хуже, вот что могу сказать. Так, я не знаю, я другие студии не смотрел. От этой студии не смотрел другие аниме. А, давайте, Бью-Бью Реанимейшн. Увидите какие-то известные посты, точно, они же не прогружаются. А, это все? Так мало? Мало. Лазурный путь, Грейсия, девочки-волшебницы, время-кукла, Грейсия. Пять невест. Ну, кстати, пять невест, походу, у них самый популярный был. Особо ничего не создавали они. И Тезука Продакшн, это от первого сезона она создала вроде. Пять невест. Опять же, промотаю, кому может быть интересно. Кто-нибудь увидите похожее? О, магазинчик сладостей от этой студии сырел. Кстати, да, рисовка чем-то напоминает. Она такая немного, знаете, устаревшая уже от этой студии рисовка. Ну. О, и мои девушки тоже смотрел это аниме, блин. Тоже гаремник такой небольшой. Да. Чего тут еще? Особо какие-то старые вообще аниме есть. Повседневная жизнь какая-то там. Ладно, я думаю, что это особо вам уже не интересно. Это просто место опенинга, эндинга, протраченного времени вам читал. Может, что-то интересное хотел найти. Ну, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Вы так же восхищены, как и я просто. И, конечно же, лайк за мерч, за Нину, за лайк, все. Пишите ваши любимые аниме, пишите вообще
из этого аниме, что вам больше всего понравилось? Там, не знаю, первый, второй, фильм? Или, может, даже это самый спешл? Ладно, все, вторую серию, я же говорю, скоро посмотрим. Хотелось бы, конечно, чтобы вышло в озвучке от не вот этой студии. Это Минфана Аут. А другой, кстати, почему-то. Затем даже сверню экран. Почему-то я нажимал дальше, вон, видите, второй эпизод уже появился. Фуму, да, это одноголосный, там мужик все озвучивает, манипулятор, это, по-моему, вообще... А, это субтитры. Поэтому я не хочу, конечно же, это слушать. Одноголосные или субтитры, читать это лень, все. Хотелось бы, конечно, от студии, а не Либри, там, больше всего послушать. Там, может, дубляж когда-нибудь выйдет. Ладно, все, очень много говорю, я знаю, это... Был недостаток, просто хочется все быстро рассказать в одно и то же промежуток времени небольшой, коротенький. Ну все, всем удачи, до новых встреч, скоро увидимся, ждите новых видео, всем удачи и пока-пока!